Здравствуйте. Илья, здорово. Илья, здорово, дебилот. Че делаешь? Я пересказ мечел. Чувак. Нет, нужно, чтобы три аргумента было. Два. Один аргумент, хорошо, раскрыть. Аня. И наоборот. Они тебе не мешают. Это попадание. Ну чувак, дебил давай. Равняться на ветеранов. Ветеран для нас словарное слово. Пишем в букве Е. Так, блистающие зорницы. Английский. На какой английский? Сейчас английский. I decided to show these pictures to you because you have never seen my family. The taller one you see. Слушай, здорово. Слушай, здорово. Я типа снимаю всех. Кирилл, ты типа оператор? Да не, я просто так. Ты в Китай полетишь, будешь это? Так, авиатопланула, это уже координаты той плоскости, которая... Кирилл, не приближает. Уравнение плоскости, которое мы нашли. К сожалению. Так ведь? Да. А для второй плоскости получается... А для второй минус один, один и ноль. И ноль. Так, а теперь, зная вектор координаты... Только есть одна проблема. Состояние между третью, четвертую и шестую. И шестую. У меня у вас была на четверг. На четверг. Хорошо, я бы не тебе пометил, что у нас... Давай. Киря, Киря. Ну, я сейчас сделаю топ-даун шутер, надо сделать на Unity. Спрайты я купил частично, а частично я помогла подругу нарисовать. То есть вот, например, спрайт рисовали, вот спрайт рисовали. Ну, тыкву там. Вот, короче, навесил на модель коллайдеры, сделал, поставил в эту тачку Realistic Car Controller. Это как, не знаю, платформа в 3D, что ли. Ну вот. Модели делал сам, ну, рисовал. Вот это прикольно, кстати. В блендере. Вот. Взял челика, это и тема. Ну, типа, я просто юзал ассеты тоже. Ну, это просто, короче, то есть, я не делал модели здесь сам, как в прошлой. Просто юзал ассеты, это тоже Realistic Car Controller, по-моему. Тирин сделал вроде сам. Там вот, конечно, прям... Ну, это говно какое-то, мне кажется, нет? Ну, нет, потому что графика прикольная. Файл можно включать, самодействие с миром. Ты вот можешь коробку мучить. Вот лестница, можешь по ней полазить. Батуты, можешь собрать гема. Ну, пока ты тут там просто я, по сути, расставлял объекты. Учился работать с тайлмапом. Тайлмап — это когда, скажем так, сетка из тайлов, и ты
по этой сетке расставляешь различные страйки. И она еще сравнивает. Пойдем.